центре художественной гимнастики с 21 по 23 февраля прошел чемпионат Сибирского федерального округа. Спортсменки из 9 субъектов страны боролись за путевки на чемпионат России. Лучших выявляли в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях. Основное соперничество в личных выступлениях развернулось между спортсменками из Омска, Новосибирска и Кемерово. Одна из фавориток соревнований – 16-летняя воспитанница Омской школы художественной гимнастики, кандидат в мастера спорта Дарья Шадрова. Готовит спортсменку заслуженный тренер России Вера Ефремовна Штельбаумс. На чемпионате Омской области в начале февраля Дарья показала самый высокий результат и была сильнейшей. На этом турнире иногородние соперницы не давали расслабляться. Амичка постаралась максимально выложиться в своих выступлениях. Наибольшую оценку судьи поставили за номер с мячом. Итоговый результат у Дарьи Шадровой – 73,15. Мы много работали, у нас было по 2 тренировки в день. Чем-то недовольны, были ошибки, но в принципе неплохо. Неплохие показатели на чемпионате СФО были у лидера сборной команды Новосибирской области, кандидата в мастера спорта Дарьи Лупешко. Но до результата омской гимнастки ей не хватило 2,45 балла. Еще одна из фавориток турнира – тоже кандидат мастера спорта кемеровчанка Екатерина Чаплина. В последнее время она тренируется в Москве. Несмотря на потери предметов в упражнениях с мячом и лентой, два других выступления Екатерина выполнила на отлично, что и вывело гимнастку в лидеры чемпионата. По сумме четырех видов она набрала 73,4 балла. Мяч я сделала не очень хорошо. Я не очень довольна своим выступлением. Но все остальные... Я сделала хорошо. Екатерина Чаплина в итоге сумела подняться на высшую ступень пьедестала. Серебряным призером стала Дарья Шадрова. Бронза у Екатерины Лупешко. В программе групповых упражнений первое и второе места заняли омские гимнастки. На третьем – команда из Красноярска. Мы готовились к этим соревнованиям достаточно долго. Мы довольны своим выступлением, так как мы смогли собраться и выполнить всю программу так, как задумывалось. Художницы, которые показали лучшие результаты на этих соревнованиях, после непродолжительного перерыва приступят к подготовке к главным стартам страны. Такой сложно-координационный вид спорта, как гимнастика, требует больших усилий от изящных и хрупких на вид спортсменок. У нас основная сборная перед ответственными соревнованиями тренируется двухразовые тренировки, получается 7-8 часов в день. Поэтому, конечно, это большой труд, и мы очень любим наших детей и уважаем их за то, что они с детства уже трудятся. Они с детства труженики, они с детства какую-то ставят цель и идут к ней. Поэтому вот художественная гимнастика – это очень красивый вид спорта, но за этой красотой очень большой труд в спортивном зале. В апреле в Сочи на чемпионате страны в групповых упражнениях выступят гимнастки из команды «Омская область-2». Сильнейшие личницы Дарья Шадрова, Дарья Перевозчикова, Екатерина Лысенко, Екатерина Таныгина отправятся на чемпионат России, который пройдет в июне в Москве.